Но и сам интернет – небезопасное пространство. Давно известно, что ресурсы в сети необходимо надежно защищать от кибератак. Информационной безопасностью в Югре займется компания «Информационные технологии и коммуникационные системы». Сегодня на IT-форуме между акционерным обществом и правительством Югры подписано соглашение о сотрудничестве. Компания обучит югорских специалистов противостоять кибератакам и лучше защищать информацию. Достаточно серьезный интерес у нарушителей, тех самых киберпреступников, именно к государственным информационным ресурсам. При этом интересует даже не сама информация, потому что большую часть она открытый характер носит. А вот такие нехорошие люди пытаются дискредитировать государственные структуры, органы путем, допустим, подмены информации.